О, ты вернулся. Так как? Сыграем партийку? Сыграем в эту твою игру.
Интересная партия. Если захочешь взять реванш, дай знать. Сынок пропал. Мужики начали ведьмака прятать. Кто так курат случился у околицы? Не смотри на меня там. То-се. Таким чик-чик. Башку ты отрубили. Ведьмак был ни при чем. И что тогда сделали? Ну, головы-то обратно не пришьешь. Говорят, положили тело его в склеп. Урод! Лишь на полях Нильфгаардской страны Эмгир император наделал штаны. Ты тебя отвинучил? Ну? Пешка. Это у тебя с рожей. Чертяка змееглазый. А я сегодня получил горбушку хлеба. Ключ потеряла, бабуся? Нет, сковородку! Видишь ли, этот дом всегда стоял пустой. И вдруг в ночь перед битвой приехал сюда какой-то благородный господин в годах и вошел как к себе. Стою я у окна, чтобы посмотреть, что дальше будет. Он, должно быть, меня приметил, потому как гляжу, а он ко мне идет. Схватилась я за сковородку, чтобы, если что, защититься. А этот вежливо так спрашивает: нет ли у тебя, бабушка, березовой коры? Ягод черемухи или хотя бы несколько угольков? Нет, говорю. А вы, должно быть, на голову упали, чтобы по ночам такие глупости у людей выспрашивать. Только вижу, что он совсем меня не слушает. А все на сковородку пялится, как сорока на ложку. «Одолжи, — говорит бабушка, — отдам с утра». Удивилась я немного, что он там в потьмах жарить собрался. Но сердце-то доброе у меня, вот и дала.
Интересно. И что было дальше? Под утро в дом приехал еще кто-то. Но утром вышел только тот, первый господин. Закрыл дверь на ключ, сел на коня, и только я и видела и его, и мою сковородку. Она старая была, черная от сажи. Потеря-то вроде небольшая, но другой-то нету. Может, ты мне подсобишь, золотенький? Принесешь сковородку бабушке? Сама-то я эту дверь не открою. А по правде сказать, идти туда боязно. Потому как из-за двери такой смрад бьет, что я думаю, тот второй, он должно быть, там лежать и остался. Заказа на сковородку у меня еще не было. Ладно, схожу поищу. Лучше подожди здесь, на всякий случай. Понятно, откуда запах. Удушен, горотой. Остальное старые шрамы, как у солдата. Что ты сказал, золотко? Ничего, ничего. Треснувший монокль. Интересно. А вот когда я сама с собой болтаю, говорят, я чудная стала. Какие-то документы сожжены почти дотла. Но некоторые фрагменты, пожалуй, можно прочесть. Ну что, нашел сковородку? Золотенький мой, я тебя просила сковородку найти, а не голову мне морочить. Вот и бесценная сковорода, только отдраенная дочисто. Похоже, нашему таинственному господину нужна была не она, а Сара, чтобы сделать тушь и написать письма. Ну что, нашел сковородку? Прошу, твоя сковородка. Моя? Так ведь она была вся черная от сажи. А в эту я бы смотреться могла, если б хотела. Только уж годы-то не те. Этому господину была нужна именно сажа. Он ее счистил и сделал из нее тушь. Видно, ему надо было что-то написать. Срочно. А другие бумаги срочно сжечь. А тот второй? Мертв. Позови пару ребят и закопайте его за деревней. Глубоко, чтоб трупоеды не вырыли. И по-хорошему советую.
Не говорите об этом деле нильфгаардцам. Погоди, погоди! Тебе кое-что в благодарность причитается. Возьми, сыночек, на дорогу. Пожарю-ка я себе на ужин сига.
Я. Тет атайгал. Атайвон и альф. Это военный лагерь. Местным вход только по разрешению командира гарнизона. Я похож на местного? Ты похож на того, кто ищет неприятности. Наоборот, я от них избавляю. Я ведьмак. Ведьмак? Капитан Петер Саар Гвинлеви сейчас в башне, за воротами направо. Надо полагать, у капитана есть ко мне дело. Это армия, Нордлинг. Здесь не спрашивают. В башню. Весайнава. Айн Медете, это Атаэнсен Новиград. Много работы нас тут ждет. Очень много. Айль Херзайер. Эсси Годеп. Мат. Es autuvēnu aizsekju ar ēpļu. Evan, savamit!
Эссе Йондрайн. Квесе Барайнкас. А Бесета? Лейклэм Шайс! Эван Ведрай. Эссе Кюран Проб Арне Тенга Эссе Нак. Какие вести из Уизимы? Лишь бы нам солнышко светило. Нам записаться не хочешь, Нордлин? Болтис Грифон Несан. Аэп Торт? Нен. Аэп Стрэвен. Марсан Дэйн Карман. Эс Диги Фирик. Норда Сул Хейден Аморес. Esse drop works. Esse tu vendo o que? Burro. Se tu ven ava. Thank you.
Esto от АЭСН Новиград. Император поведет нас прямо на Новиград. Я предупредил. Много работы нас тут ждет. Очень много. Я предупредил. Спокойно, Нордлинг. Нам придется реквизировать часть вашего урожая. Так точно, ваше превосходительство. Знаю, что в амбарах у вас не густо. Пароль! Не знаю никакого пароля. И значит, вы здесь просто так ходите? Интересно, зачем? Имперские мечи считать? В армии таких на эшафот отправляют. А таких, которые торгуют казенным имуществом? Вижу, в товарах вы понимаете. Так может, что прикупите? Покажи мне свой товар.
Как там настроение в лагере? Думаете, победа уже ваша? Ага. Значит, все-таки шпион или провокатор? Да мне просто любопытно. Ага. Ну так вот, можете передать всем любопытствующим, что войну мы выиграем. И это по той причине, что Родовид больной на голову, о чем и так все знают. А у нас первоклассно обученная армия и снаряжение на высоте. А кстати, вы хотели что-то купить? Бывай. Слишком много себе позволяет. Эстуат Аэссен, Новиград. Император поведет нас прямо на Новиград. Так сколько деревня даст зерна? Сколько скажете, ваше превосходительство? Посмотри на мои руки. На, смотри. Мозоли видишь? Какое я тебе, ваше превосходительство. Крестьянин я. Так и давай говорить, как мужик с мужиком. Сколько сможете дать? 40 корцов. Было и больше, только наши, то есть темерцы, раньше уже забрали и... Дадите 30, уже хорошо. Ну, по рукам. Скоро жду транспорт. Благодарю. Покорнейше благодарю. Кроме старосты... Я вызывал только кузнеца Вилли, краснолюда. Ты для него высоковат. В логике тебе не откажешь. Геральт из Ривии, ведьмак. Вадгерн. Понятно, почему я не слышал шагов. Чего надо? Йеннифер из Венгерберга. Куда она поехала? Это военная тайна. Ты все еще не выставил меня за дверь, не позвал караул. Значит, у тебя есть предложение. Тут в окрестностях завелся грифон. Убей его. Тогда посмотрим, что можно сделать. Почему для тебя так важен этот грифон? Потому что для меня важны люди. Это чудовище уже убило 9, в том числе нескольких солдат. Чтобы его поймать, мне пришлось бы вывести на охоту весь гарнизон, прочесать лес, организовать облаву. А это невозможно. Не хочешь морочиться? Не хочу рисковать. Я не могу разбрасываться силами. Темерские войска разбиты, но люди только и ждут, чтобы взяться за оружие. Так что насчет грифона... Я могу сидеть, сложа руки, или нанять мастера. По рукам. Но прежде чем я начну, пара вопросов. Ты знаешь, где у грифона логово? Сперва он держался возле Лисьего Бора. Я послал туда патруль 5 молодых ребят. 2 спустя их нашел охотник. Я бы их не узнал, если б не бляхи. С тех пор грифон нападает, где попало. В деревне, на полях, на тракте. Значит, он бросил логово. Придется ставить ловушку. Судя по твоему тону, это будет непросто. Чего тебе нужно? Для приманки мне нужна одна травка, крушина. Грифон почует ее запах за 10 миль. Крушина? Впервые слышу. Но я еще не слишком хорошо говорю на всеобщем. Да, наверное, сперва ты выучил основные выражения. Руки вверх, вздернуть. Нет, сперва были поговорки.
Например, не играй с огнем. Загляни к Тамире. Это травница. Живет на распутье, и она тебе поможет. Мне нужно больше сведений об этой твари. Какого она пола, почему бросила логово? Может, тебе очевидцев привести? Они скажут не больше того, что я уже знаю. Надо осмотреть место, где погибли твои люди. Как звали охотника, который их нашел? Мыслов. У него хата к югу от деревни, у самого леса. Полезный человек. Хотя и странный. Тамира и Мыслов. Спасибо. Эс-зонд Яктон. Ты повредился умом, человек? Император поведет нас прямо на Новиград. Говорят, женщины севера моются раз в 3 месяца. Это правда? Что случилось? Чудовище!
чудовище из болот. Говорили мне, что здесь дорога опасная, а я не послушал. И по делам мне. Меньше стенаний, больше фактов. Что случилось, как помочь, и помни. Ведьмаки за даром не работают. Ну, собрался я к черным торговать. Вдруг конь переполошился и понес. На колдобине вылетел я с козел, а повозка поехала дальше. Вдруг слышу какое-то бульканье, ржание и чавканье. Что-то там было. И что-то, кажется, сожрало сивку вместе с копытами. Товар в повозке, а мне и проверить страшно. Я подумал, может, вы? Больше всего мне один сундучок важен. Принесите его, очень вас прошу. Ладно, схожу. Когда найду сундучок, дам знать. А вот и повозка. Повозка, утыканная стрелами. Интересно. Здесь стоит осмотреться повнимательней. Стрела. Об этом он не упоминал. Шею. Хороший выстрел. Или у этого моего купца серьезные проблемы с памятью, или он врет. Повозка, утыканная стрелами. Быть, он об этой коробке говорил. Заляпана кровью. Человеческой.
Нашелся сундучок-то мой. Нашел я твой ценный сундучок. А еще кое-кого похожего на возницу. Со стрелой в шее. На этих болотах дриад нет, а утопцы и водные бабы из лука не стреляют. Других подозреваемых нет, вот я и думаю, что... Осторожно! Сзади! Сзади ничего нет. Я ведьмак, так что я бы услышал. Так же, как слышу твой пульс. Очень быстрый, как у лжеца. Посмотрим, может, наездник из тебя лучше, чем мошенник. Давай, плотва! Надо его привести в чувство. Подъем! Вот видишь, на вранье далеко не уедешь, даже верхом. А теперь говори, кто ты такой и зачем напал на повозку. Ефрейтор Янгиермер, 6-я тимерская дивизия, 2-й полк. Распущен. Но все еще действует. По-тихому. Из леса. Это был медицинский транспорт. Я не хотел, чтобы он попал к нильфам. А лекарства нашим ребятам они тоже пригодятся. У нас много больных. Отпусти меня, тогда, может, они выживут и еще будут сражаться за свободный север. Добро. Езжай. Желаю тебе и твоим товарищам, что прячутся по кустам, славной виктории в сражениях с Нильфгаардом. Чувство юмора у тебя гнусное. Но, мужик, ты порядочный. Возьми вот золото, я ж обещал. Выпей за серебряные лилии и память короля Фольтеста.